Добрый вечер, уважаемые слушатели, дорогие гости и очень любимые нами калининградцы. Мы рады сегодня видеть вас всех в нашем замечательном зале на закрытии 15-го международного музыкального фестиваля «Пахослужение». Сегодня заключительный 5-й концерт этого прекрасного концертного цикла. И как-то совершенно незаметно пролетели эти дни, эта баховская неделя. И как первый концерт я вспомню те самые слова, которые уже звучали. Многоступенчатый хорал к лазурной истине восходит, и лицезревший не сходит за шагом шаг в притихший зал. Незрячие, в полупотьмах мы, наконец, как будто знаем, что ничего-то мы не знаем о Себастьяновых страстях. И мне кажется, что те концерты, которые уже состоялись, позволили всем нам хоть чуть-чуть, хоть на какое-то мгновение стать ближе к Баху. Потому что Бах – Вселенная, Бах – целый мир, Бах – это удивительное творение человеческого духа. И сегодня в концерте, который носит название «Аве Мария», мы будем слушать не только музыку Баха, не только его знаменитые произведения, но и музыку его современников, и музыку композиторов 20 века. Это наше приношение Баху, приношение наших молодых музыкантов, наших талантливых артистов и всех нас, потому что, слушая музыку, мы тем с вами тоже с вами как бы разделяем вот это наше общее ощущение этого удивительного явления. Иоганн Себастьян Бах. Программу открывает лауреат международных конкурсов, солистка Калининградской филармонии Мария Гаврилюк. Иоганн Себастьян Бах. Хоральная прелюдия. Взываю к Тебе, Господи. Thank you.
сопровождении органа поет солистка Калининградской филармонии Светлана Полевая. Георг Фридрих Гендель, ария «Альмиры» из оперы «Ринальдо».
Иоганн Себастьян Бах не писал опер. А мы с вами только что послушали две очень известные арии из опер его современников. Пёрсел – начало 17 века, Гендель – начало века 18. Но у Баха, в его знаменитых и очень известных духовных и светских кантатах, есть все то, что необходимо и оперному композитору. Живость и выразительность речитативов и удивительная пластика мелодических линий. Мелодии Баха полны глубокого чувства. И мы сейчас вспомним одну из самых известных арий Баха, которая звучит в его «Магнификате» – «Величит душа моя Господа». Тема этой кантаты – светлая радость материнства. И в этой арии и тревога, и ожидание чуда, и искреннее глубокое чувство. Итак, ария сопрано из «Магнификата» Иоганн Себастьян Бах. Thank you.
Цике в последний период своей жизни Иоганн Себастьян Бах писал много оркестровой музыки. Это было связано с тем, что он не только писал непосредственно музыку для церковного обихода, для всех необходимых служб, но еще и руководил городской музыкой. И вот в знаменитой кофейне Циммермана и в летнее время в сквере у этой кофейни собирались любители музыки и профессиональные музыканты, и любители, владевшие разными музыкальными инструментами. И для этого музыкального сообщества Бах писал свои оркестровые сюиты. В нашей программе, в программе нашего концерта, ария из оркестровой сюиты номер 3 в переложении для флейты и органа. Солистка и автор переложения Ирина Кулешова, флейта. Thank you.
католического гимна в честь Девы Марии. Сочинения на канонический текст стали появляться в веке 13, на рубеже 13-14 веков, музыкальные сочинения. И со временем не только этот текст стал основой музыкальных произведений, но и порой лишь упоминание «Аве Мария, приветствую тебя, Мария», как символ духовности. И сочинения стали как бы отражать какую-то очень разнообразную гамму чувств, но всегда очень возвышенную, очень поэтическую, именно связанную с этим образом. Здесь и трогательная какая-то надежда, здесь и вера, здесь и мольба любви, и многое-многое другое. Первое сочинение, которое прозвучит с таким названием, хорошо известно всем, кто любит музыку. Это сочинение двойного авторства «Бах Куно». «Бах» — это прелюдия из первого тома хорошо темперированного клавира, а «Гуно» — это божественная мелодия, на которую как раз и поется текст католического гимна, и эта мелодия накладывается на эту прелюдию. И вот в сочетании двух этих как бы моментов и родился подлинный шедевр. «Бах Гуно, Аве Мария», солистка филармонии Светлана Борова. Орган Марии Гавриловны. Франческо Паоло Тости, итальянский композитор, педагог, состоявший на службе у английской королевской семьи. Естественно, что его жизнь была полна многих обязанностей, но он, тем не менее, успевал и сочинять. И среди его сочинений львиную долю занимает
вокальное произведение. Аве Мария, мы услышим здесь лишь обращение к Деве Марии от героини этой чудесной лирической вокальной миниатюры. Тости Аве Мария. Thank you.
исполняется в самых разных инструментальных и вокальных составах и джазовых обработках, потому что это одна из самых популярных мелодий Баха. Ее называют по-разному – бадилера, скерцо, шутка. Эти имена очень часто стоят рядом. Почему? Мы все это прекрасно знаем, потому что это два гиганта. Два гиганта 18 века. И каждый из них определил какие-то пути развития в дальнейшем музыкальном искусстве, в жанровом отношении, в образном, во многих нюансах музыкального языка. Они ровесники, они родились в один год, с разницей всего лишь какой-то месяц, 1685. Бах отдал дань прежде всего музыке церковной, духовной, хотя у него и немало очень ярких светских произведений. Гендель – корифей итальянской оперы и оратории, хотя в его творчестве есть и немало прекраснейшей инструментальной музыки, его знаменитые клаверные сюиты, концерты для оркестра Кончерто Гроссо, концерты для органа с оркестром. И все-таки, почему-то, не знаю, многие из нас, прежде всего, когда вспоминают это время, называют Бах и Гендель, а не наоборот. Но они равновелики, и об этом говорит их музыка. Мы будем слушать сейчас два фрагмента из произведений Генделя разных жанров. И вначале это фрагмент из знаменитейшей оратории Генделя «Мессия». «Все мы агнцы Божьи». Thank you.
Для композиторов XVIII века литературной основой и оперной музыки, и ораториальной, кантатной чаще всего была Библия. И библейские сюжеты в музыке Генделя преобладают прежде всего в кантатно-ораториальном жанре. Именно этот жанр позволил ему преодолеть многие препятствия, которые, в общем-то, были поставлены на его пути консервативной английской аудитории и завоевать право называться английским национальным композитором. Мы сейчас будем слушать фрагмент еще одного очень известного сочинения Генделя. Это будет «Въезд царицы Савской из оратории Соломон». Гениальный австрийский композитор Франц Шуберт написал очень много сочинений как для голоса, так и для разных музыкальных инструментов. Одним из его жанров, любимых, в котором он, в общем-то, реализовывал себя, была музыка к драматическим спектаклям.
спектакля. И к спектаклю по драме Вальтера Скотта «Дева озера» он написал очень интересные, яркие музыкальные эпизоды. Три из них он отдал главной героине Эллен. Три песни Эллен в партитуре этого сочинения Франца Шуберта. И третья песня Эллен стала известной как «Аве Мария». Почему? Потому что героиня обращается с мольбой к Деве Марии, прося послать мир и покой ее народу. Ну а музыка была столь интересна и так великолепно ложилась на католический гимн, что ее стали исполнять в разных вариантах. И с традиционным, то есть с текстом католического гимна, с немецким оригинальным текстом, который Шуберт перевел, и с английским текстом, который в пьесе Вальтера Скотта и у нас в России в русском переводе. Светлана Бурова исполнит вот эту песню, третью песню «Эллен» или «Аве Марию» с текстом в русском переводе. Струнный квартет и Светлана Бурова. «Аве Мария». Thank you.
нашем концерте сочинением старшего современника Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля, один из жанров строгой старинной полифонии – канон. Thank you.
возвращаемся к органу. Дитрих Бухстехуде, один из учителей Баха, один из великих органистов, импровизаторов, композиторов, он возродил традицию концертов во внеслужебное время в храмах. И для таких концертов, конечно, он создавал музыку яркую, виртуозную, ту, которая, в общем-то, вдохновляла Баха на творческие поиски. И неудивительно, что Бах ходил слушать Бухстехуде. Это исторический факт, за 450 километров из одного города в другой, только лишь чтобы набраться опыта у этого великого старшего мастера. Дитрих Бухстехуде, прелюдия соль минор, играет лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.
продолжении программы мы услышим три вокальных сочинения композиторов 20 века. Первая из них – это знаменитая ария из пятой бразильской Баяны Вилла-Лобоса, бразильского композитора, который написал 9 сюит в 1944 году. Название Бахианы, видимо, дано не случайно, потому что это действительно род инструментальных циклических произведений, где иногда солирует и певческий голос. Эта ария стала известна благодаря таланту и, конечно, гениальному исполнительскому искусству Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича в начале 60-х годов. Мстислав Ростропович был автором аранжировки сопровождения этой арии, потому что чаще всего Вишневская пела это сопровождение ансамбля виолончели. Но варианты могут быть разные, мы это все прекрасно знаем. Сегодня у нас вариант «Голос и орган». Неизменным остается главное. Великолепный, необыкновенно льющийся вокалист в крайних разделах этой арии и полный страсти, пылкого чувства, любви, речитатив, где обращение идет к красоте родной природы. Итак, ария из пятой бразильской Бахианы в сопровождении органа поет солистка филармонии, лауреат молодежных дельфийских игр Анаид Макартурчан.
1982 году Эндрю Ллойд Вебер, автор знаменитых рок-опер и мюзиклов «Иисус Христос», «Суперзвезда» и «Вита», «Кошки», «Призрак оперы», написал «Реквием». Он следовал традициям этого жанра. Это многочастное вокально-хоровое произведение с инструментальным сопровождением. Но, естественно, язык музыкальный был уже совершенно иным. Это музыка 20 века с гармониями, с какими-то особенными ритмами, но духовное состояние, особое какое-то звучание, конечно, оно сохранилось. И один из самых тонких, изысканных лирических эпизодов этого реквиема мы сейчас услышим. «Пие Езу».
И еще одно произведение мы услышим в исполнении Анаит Магомедчан. «Ава Мария». В этом произведении всего лишь два слова. «Ава Мария». «Приветствую тебя, Мария». Объявляем, как правило, мы его так. Джулио Качини. Композитор начала 17 века. Но музыка-то современная, опять-таки. Конечно, со временем выяснилось, что это очень тонкая стилизация ленинградского композитора, лютниста, гитариста Владимира Вавилова. Но обаяние этой мелодии было настолько велико, что это произведение именно в вокальном варианте сразу включили в свой репертуар выдающиеся певицы мира. Ну а у нас она, в общем-то, стала особенно известной благодаря такой интересной транскрипции, которую создали Ирина Архипова, Олег Янченко и Тимофей Докшицер. Эту запись вы можете найти. А у нас, я думаю, не менее интересное исполнение этого удивительного произведения, которое захватывает буквально же с первых тактов и не покидает нас уже далеко, даже за пределами нашего зала. Итак, Качини, Вавилов, Аве Мария.
концерта и программу 15-го международного музыкального фестиваля «Бахослужение» будет, конечно, самое любимое слушателями сочинение этого гения мировой музыки. Так как